Дорогие друзья, у нас в зале на сегодняшних соревнованиях выступают не только именитые спортсмены, но и также с ними работают заслуженные тренера России. На ковре А, красном углу ковра, спортсмена, чемпиона Европы, чемпиона мира Исмаила Мусукаева секундирует заслуженный тренер России Шемеев. Также секундирует чемпион Европы Махмуд Магомедов. Ядовитая нога. На ковре П синему углу ковра спортсмена секундирует заслуженный тренер России Гамзат Абасов. Давайте также поприветствуем. И Али Исаков. Также заслуженный тренер России. На ковре С победу одержал Бекхан Эпендиев, Чеченская Республика. На ковре С приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов Батрас Бароев, Санкт-Петербург, Мустафо Ахмедов, Таджикистан. Ввиду травмы Батраса Бароева победа присуждается Мустафо Ахмедову. На ковре приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов Магомед Адаев, Али Махачев, оба представителя Республики Дагестан. Работает. Дайте вот так. На батю Махановский ковер все. Просто поисковики. Нет, ну нет, просто поисковики. Thank you.
Внимание! На ковер С приглашается борцы весовой категории до 70 килограммов Магомед Атаев Али Махачев. На ковре победил Адам Гаджимагомедов, Республика Дагестан. На ковре приглашается Мубарашов Гурбанбеков, Таджикистан, Магомед Хабиб Ахматуллаев, Брянская область. На ковре А победил Исмаил Мусукаев, Венгрия. На ковре А приглашается Расул Хамоев, Москва, Магомед Исуп Гаджи, Республика Дагестан. Подготовится Алибек Алибеков, Бахрейн, Гаджи Мурат Гаджи, Республика Дагестан.